Московская 108. Закрыли все продыхи, закрыли вместе внутри вместе с животными. Вот я живу здесь. На этой улице закрыли 3 дома. Вот смотрите, закрыли дырку, кошки находятся внутри. Вот посмотрите, здесь нет ни балкона, вот, ничего. Да, кому мешает? Кому мешали бедные эти кошки? Я скажу, единица, скажем так, одному человеку, проживающему в этом доме. И эти кошки теперь умирают голодной смертью, без еды. И без воды. Вот, скажу так, не надо меня снимать. Скажу так, что кошки не по своей вине оказались на улице. Если нас кого-нибудь там закрыть без еды и воды, я бы хотела посмотреть, что было бы с человеком. А у кошек такое же сердце, как у людей. Я обращаюсь ко всей общественности. Будьте людьми. Прекратите это жестокое обращение с животными. Иначе очередь в свое время дойдет и до вас. Сейчас покажем. Это 106, 108, 110 дом. Компания ООО «Стартстрой». Закрыла. Везде аналогичная ситуация. Везде такая вот ситуация. Сейчас мы еще снимем. Это вот Московская 108. Идем к 106-му. Внутри остались животные. Выскочил только один подросточек у нас. Где вот он бегает, мальчик? Уже, да, убежал он. Все остальные внутри животные. Так, вот она. Вот она, это Московская. 106-й дом. Здесь 5 лет как кормили 2 несчастных кошечек. Их теперь замуровали внутри. Скажем так, что человек, под чьим балконом их кормили, никогда не высказывал своего недовольства. Вот теперь 110-й дом, последний из 3 домов. Также здесь кормили их еще больше, 8 лет кряду. Вот я хочу спросить общественность. 3 дома. И всего 3 продуха, открытые из согласия тех, которые живут выше. Скажите мне, пожалуйста, кому это мешало? Мы сейчас, животные внутри, мы слышим их крик. Мы сейчас, я вызываю мужиков, они выбивают эти дырки. И выпускаем животных наружу. Вот как пусть хотят власти, так реагируют на это. Там еще комментарий. Здесь вообще даже балкона нет. Здесь технический вообще этаж. То есть все продухи выбраны совершенно правильно, не беспокоя никого.